Мы пришли с прогулки. Я сейчас нахожусь около нашего почтового ящика. И, по-моему, это оно. Здесь есть письмо для нас. И я увидела, что это, по-моему, письмо от Google. Это тот код, который нужен, чтобы наконец-таки закончить делать монетизацию у себя на канале, авторизовать перевод денег на ваш счет. Без этого ни один YouTube-канал не может монетизировать свои видео, представляете? Так что сейчас посмотрим. Только чтобы это был он. Google AdSense, Google AdSense, Google AdSense. Посмотрите. Ой. Вот эту маленькую бумажечку, это один листик пополам сложенный. Вот эту маленькую бумажку люди ждут месяцами. Мне пришло за, ну, неделю где-то. Мне пришло где-то за неделю. Это оно! Ой. Очень важный документ, прикреплен, написано. Какой прикреплен, если это один и тот же листик бумаги. В общем, супер! Оно у меня есть! Потом я вам подробнее расскажу, что это, как и что. Как приду домой. В общем, я зашла домой. Сейчас выйдем с вами на террасу. И поболтаем. Я вам расскажу вечный вопрос людей. Сколько же зарабатывают блогеры за первый месяц работы, точнее, у меня это даже не первый месяц, а, ну, где-то первые недели 2-3. Так, итак, сейчас я вас поставлю как-нибудь, и мы с вами поговорим. Вот так. Итак, значит, вот оно письмецо. Выглядит оно так, здесь мой домашний адрес. Хотя многие его видели, потому что я вам посылки отправляла. Вот так вот он выглядит. Обычное тоненькое письмецо, здесь по бокам нужно, в общем, оторвать эту частичку. Ой, как я его ждала, уже переживала, дойдет, не дойдет. Потому что если это письмо не доходит до вас в течение 4 месяцев, мне жарко, что стало. Если в течение 4 месяцев это письмо к вам не придет, то Google AdSense, это та платформа от Google, которая вам дает рекламу, она прекращает вам давать рекламу, если же вы не активизируете полностью ваш счет. Итак, смотрим, что тут есть. Но пин-код я вам не буду показывать, но вот как выглядит это письмо. Это, грубо говоря, просто шаги. И здесь большими цифрами написан пин-код. Значит, здесь написано, что это твой персональный идентификационный номер пин в Google AdSense. Добро пожаловать, чтобы мы смогли выплачивать вам на счет, следуй этим действиям, да. Значит, здесь написано зайти вот в AdSense, там в конфигурацию, написать информацию и поставить туда пин, в общем, все такое. Так что все, теперь это уже есть. Теперь самый интересненький вопросик. Давайте, я все как-то хочу, чтобы вам было покрасивее видно. Даже не знаю, как бы мне так встать. Чтобы вам, что ли, хоть пальму было видно. Так вот, значит, у нас получается так, что многие люди не знают, но на самом деле платят ютуберам. Я себя по-прежнему еще не особо чувствую ютубером и блогером. Как вы знаете, у меня немного еще подписчиков, но все-таки сколько-то есть. Так вот, платят ютуберам не за то, сколько просмотров набирает их видео. Нет. Многие люди думают, что раз у ютубера там сколько-то тысяч просмотров, значит, он много получает. Абсолютно нет. Ютуберам платят именно за количество рекламы, просмотренной человеком, во время, когда вот эти рекламы вылезают в каких-то определенных видео. То есть, если человек, когда вылезает реклама, жмет пропустить рекламу, то автоматически это не засчитывается, и ютубер не получает ни одного цента с этой рекламы. То есть, ничего не зарабатывает, простыми словами. Так что хочу поблагодарить всем тем, кто смотрит рекламу, потому что такие люди все-таки есть и помогают мне тем самым заработать немножечко копеечки для своей семьи, им в помощь. Так что я очень сильно вам благодарна, все, кто ее смотрит, кто рекламу не пропускает и тем самым помогает мне. Огромное вам спасибо. Ну а касаемо того, сколько же зарабатывают ютуберы за первый месяц. Почему-то многие люди это скрывают и не хотят конкретно называть цифры, даже не понимаю почему. Но, к примеру, у меня сейчас монетизация у меня подключилась где-то 10 числа, 10 или 11 марта. Сегодня уже какое, 22 примерно. Так вот, за две недели у меня
на канале накопилось 42 евро 83 цента. Конкретно, прям ничего страшного, не миллионы, поделиться радостью можно, потому что это все благодаря вам. Так вот, у меня за две недели 42 доллара, точнее не евро, 42 доллара 83 цента накопилось на канале выплаты. Конечно же, Google не выплачивает такую сумму, Google выплачивает от 100 долларов. Поэтому эти денежки у меня просто-напросто накопятся на следующий месяц. И в следующем месяце, если у меня достигнет 100 евро, то эти денежки мне выплатятся на счет. Вот как это примерно работает. Я везде, когда-то мы смотрели, что ютуберы многие ждали по месяцам этого письма, и все говорили, оно не приходит, спрашивали везде в ютубе, у других людей, которые им тоже имеют каналы, в общем, сильно переживали. К счастью, к нам оно дошло буквально за полторы недельки примерно, и теперь оно у нас есть. Так что вот вам небольшая информация о том, что же происходит, сколько же реально, в принципе, за месяц бывает люди зарабатывают от 17 долларов, ну и где-то до 40. Мне почему-то повезло, у меня замечательные подписчики, очевидно, вы смотрите иногда какую-то полезную, интересную рекламу, поэтому большое вам спасибо еще раз. Благодаря вам у меня немножечко побольше, чем у других начинающих блогеров, и я вам очень сильно за это признательна. Как говорится, будут денежки моей дочери на кружочек керамики походить. Так что вот так вот примерно это все работает. Деньги дают за рекламы просмотренные, а не за то, сколько просмотров в среднем имеется у видео. Теперь у меня есть этот документик, пойду все настраивать. Всем большое спасибо, я вас очень люблю!